28 июля. Виноград посадки этого года уже сейчас в таком состоянии находится. Это неплохой кустик. Уже хороший прирост. Ну, посмотрим, как он готовится к зиме. Ну, тоже неплохой кустик. Достаточно хорошая сила роста. Лоза уже. Ну, тоненькая, конечно. Вот, слабенькая. Ну, если успеет, сможет перезимовать там 2-3 почки. В принципе, нам большего и не надо. Вот такие вот кустики. Вот тоже в каком состоянии лоза находится. Еще раз повторюсь, все это виноград, который сидел в этом году. Ну, видно, что вот головки у них загнуты. То есть питания хватает. Ну, пока маленькие. Еще с полмесяца есть время. Посмотрим, как подрастет. И успеет вырастить лоза. Вот неплохая сила роста у кустика. Посмотрим, как лоза. Лоза, да, немножко пошире. Но тоже все тоньше карандаша. То есть, скорее всего, вряд ли перезимует. Вот у нас рекордсмен, наверное, по росту. Очень хорошо куст себя показал. Уже сейчас, наверное, около метра прироста. Лоза, ну, лоза тоже, опять же, тоненькая. Ни у одного кустика нет лозы, хотя бы с карандаш. А это уже была бы определенная гарантия, что виноград хорошо перезимует. Ну, еще есть время, посмотрим, как будет дальше. Вот следующий куст. Вот он уже у нас пошел разваливаться в стороны. Не по шпалере идет, а разваливается. Тоже вот лоза. Ну, тоненькая лоза. Вырос уже, если посмотреть, уже почти на метр. Тоже сантиметров 80-90. Вот. Самое главное, чтобы на будущий год хотя бы 1-2 побега снова пошли в рост. И уже из них мы будем формировать сам куст. Ну, вот этот кустик сильно отстает в развитии. Можно сказать, практически не растет. Что-то ему не нравится. Этот кустик тоже слабенький. Совсем небольшой прирост. Уже пошли средненькие кустики. Вот прирост где-то, ну, сантиметров 50-60, вот так вот где-то. Тут тоже кустик, ну, не очень уж слабым, не самый плохой, но небольшой приростик. Вот снова слабенький кустик. Прирост вообще минимальный. Ну, будем надеяться, что все-таки, несмотря на такой прирост, он сможет перезимовать. Там 2-3 почки у нас. Хотя бы 2 или 1 почка пойдет в рост. Вот тоже среднего роста кустик. Да, средний прирост. Ну, лоза тоже, опять, если посмотреть, лоза тоненькая. Пальцы даже значительно тоньше карандаша, наверное, в пол карандаша. Этот виноград у нас прошлогодней посадки. Ну, вот уже почти под метр. Это Лешенькин, хотя он почти самый последний пошел в рост. Вообще думал, что не перезимет. Но сейчас вот от одной почки один побег. Ну, ничего страшного. Будущий год уже будем заниматься выращиванием
рукавов. Вот следующий сорт винограда. Дал хороший прирост. Еще один. Уже все. Хотя они пошли, конечно, значительно позже, чем в этом году садил виноград. Но он уже перерос его значительно. Ну и лоза, естественно, шириной уже побольше. Тут, к сожалению, так и нет никакого прироста. Вот, возможно, не перезимует или уже в этом году отомрет кустик. Вот, хотя он начинал, но заморозки его подбили, и все, и после этого он остановиться не смог. Следующий кустик. Вот наш первенец, уже больше грозди, горошины. Наливается потихонечку. Вот он сейчас 28 июля в таком состоянии. Вот если взять немножко плана, вот так вот выглядит. Кустик грозди наливается. Выглядит очень красиво. Следующий кустик тоже один из последних пошел в рост, но вот сейчас уже в таком состоянии. Лишь бы вызрели пару почек. Следующий год уже себя покажет. А отдельно хочу показать кадрянку. Кадрянка уже доверху шпалера выросла. Супер рослая. 28 июля она всех обогнала по росту. Это тоже пошла в рост. Почти одна из последних. А что значит сила роста?